Опасные выходные в Ленинградской области. Двое школьников получили тяжелые травмы, катаясь на ватрушках. В обоих случаях трассы для катания были не оборудованы, и дети на высокой скорости врезались в препятствия. Во Всеволожском районе Ленинградской области 9-летняя девочка во время катания на ватрушке по необорудованному для этого рельефу местности в результате спуска столкнулась с деревом и получила травмы. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время угрозы жизни нет. Также 12 февраля в городе Тихвин в районе городского пляжа 10-летний мальчик при спуске на ватрушке столкнулся со столбом системы уличного освещения. Ребенок был госпитализирован с различными повреждениями в медицинское учреждение.